Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты с Атрама Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Он хотел 100 побед подряд, но соснёт сейчас у девочки опять. Если она говорит Геймера, давай потом Аколога. Кеймер? Ну ты знаешь, что надо делать. Начали, нифига. Да. Чтоб она... Стиля, да. Эй, Стиля, зови, бля. Аколог, играй, бля, не очкуй, бля. Короче, я ее 5-2 выигрывал, и она, короче, решила режим крысы сделать, и 5-5 камбэкнула, и я еле выиграл ее. А сколько ей лет, она так двигается? Нема на стенке хорошо ставит. Она вообще ебашит, бля, в кашу, бля. А людей много? Ебатного алкоголита. Пошла. Муса, это тут Муса? Да почему я тут слышу, бля, еще каких-то людей? Кто хурма будет? Кто хурма будет? Это трэшер я. Да, я буду. Смотри за дочкой, смотри. Да нет, по почте. Блин, Азам, а что ты ешь? Я хурму ем. Что это делал? Ящик. Куда, что за день? Ромка 35 скинул, блядь! Видит, блядь! 25? Что, блядь? А забыл, а что? Ей, бэйби. Аколог сразу пришел. Аколог сразу, я тут. Бля, Винит, брат. Аколог, после... Винит, сегодня, может, поиграем в GTA? Что стало? Не, хорошо. С кем? С дочкой. Бля, она с кем стреляет, Тайван. Проиграет. Хорошо? Я в шоке, бля. Проиграет, я тоже проиграю. Ну, а ты играешь сначала с ней? А почему с Винни там телефон не играть? С кем? Ася, с Винни там. Ну, он не особо играет ее. Он в GTA играет. Он сейчас часто играет, я недавно с ним играл. Где, в Фрифайре? Ну, с подписчиками да. Играет, поддерживает. Давай, ой, Аня, убери стенки свои, хорошо. Убери стенки, блядь. Давай, дочка, тащи. Давай, дочка. Запасать лайк, подписчик. Ну, спасибо за поддержку, пацаны. Бля. Да. Тоже тащи. Давай, дочка. Блин, давай. Я не знаю. Блядь, я в шоке. Винит. Хэштег гол. Ромка и Винит топ. Винит и гол. Хэштег Винит и Ромка топ. Ва! Ах. Ты убил меня, что ли? Она убила. Кто и Ромка скинул 35. Это есть что? Я миллионер. Я просто миллионер сегодня, брат. Я молодой миллионер. Я молодой миллионер. Деньги делать. Вот так. Ты молодой. Я сам такой, по-моему. Привет Азизу и Мухаммаду. Поддержи за меня, мне нужна твоя поддержка сейчас. Геймер. Тихо. Подожди, брат, дебил, брат. Геймер. Брат, я знаю, что ты можешь затащить. Я верю в тебя. Ты помнишь, как ты Смайла выиграл? Ты помнишь, как других наказывал? Да. Покажи да, нам, что ты способен. Расслабься, играй. Я уверен, что ты сможешь ее выиграть. Ты крутой игрок. Ты один из лучших игроков в эту игру в СНС. Тебя никто не сломит. Я уверен. Я уверен, что ты сможешь оттяжку дать и сейчас разнести эту девушку. Это всего лишь девушка. Иди нахуй, блядь, долбоёб. Блядь. Блять, она охуенно играет, честно. Какое охуенно, она, блядь, встречает меня, блядь. Это девочка, пойми. Какая разница, блядь, что за блядь, ты найди такую девочку, которая с ПК так играет даже. Хотя бы какую-то девку. Она точно это она играет? Может, за нее. Может, это девочка с изюминкой? Девочка с изюминкой. Девочка без изюминка. Она просто я не играл. Я сегодня вообще не играл в СНС почти, блядь. Вообще не размял. Сыграть Николу. Я специально даже проиграю. Не надо проиграть, реально, Акок, сыграть, побраться. Да не надо, блядь, если ты проиграешь, я еще поставлю. Бля, она хорошо играет, давай ее. Ну потом меня поставишь, что не надо, просто. Да блядь, на байке стоит! Ну и что? Геймер, давай тащи, давай. Сделай. Не надо, уже она выиграла. Ну, смотри,
На реванше уже знаешь, что будет? Если реванш будет, типа, ну, получается, типа, она выйдет сразу же в клан, получается. Давай, знаешь, смотри, пусть она сейчас сыграет с Акологом, если она выиграет Аколога, то поставлю с тобой чисто реванш, окей? Она меня выиграет, бля, я буду... Бля, Аколог, я тебя прошу, бля, херню не страдай, сыграй на всю свою мощь, как ты можешь, по-братски. Какую мощь? Бля, обычную, бля, чуть-чуть. Ты даже меня побеждаешь, СНС. Какой, бля, это... Какой я... сам тебя позвал, когда я не размятый. Какой я... Я тебя когда... Бля, когда я тебя последний раз выигрывал? Ну, давно не играю. Я не играю в СНС. Я вообще весь день не играл сегодня. Давай Аколог, блядь. Подожди. Это трэшер, говорят. Это трэшер. Он тоже проиграл. Не, подожди, байтит этот трэшер. Не, трэшер так байтит разве стоит? Но он байтит, типа, из-за риска ставит стену. Эй, бля, она вообще не выходит. Ну, это девка, но она реально хорошо. Я просто знаю, как она играла до этого. На стримах Куки там были же зарубы. Она очень хорошо себя показывала. Ну нет, трэшер же второй раз не будет делать типа, пранк, правильно? Зачем ему это надо? Ну да, два пранка подряд. Блин, вот именно, ты что я понял же. А так он нормально хайпанул на первом пранке. Ну это, а сколько там, лям уже? Не, там 600. Два видоса лям. 400 кадров. Если два видоса подбрать, там больше миллиона. Бля, это странно. Эмоции делает. Это стронг сняли. Один счет будет, я ее выиграл, блядь, на стриме. У Бруфа еле. Да, блядь, да забей ты на это, долбоеб. Играй в удовольствие, а не на победу. Он стоит в базе, хуйню делает какую-то, блядь. Это сейчас не нужно, блядь, сейчас... Дочка так ни разу не делала. Тихо. Тихо, этот геймер, играй в удовольствие, не играй из-за того, что, блядь, типа, победить ты хочешь. Играй в удовольствие, попытайся просто играть в удовольствие, как ты умеешь. Не играй на победу. Не играй на победу. Если она байтит, попробуй байтить первым. Она может байтить. Она вообще не выходит с стенки, блядь. Я не люблю в таком стиле играть. Тихо, блядь. Не ори, блядь, успокойся, блядь. Играй, блядь, как ты играешь. Я, блядь, горит, блядь, туши, блядь. Играй в этот, как его, блядь. Играй на удовольствие, не играй на победу. Не думай, что ты сейчас должен ее выиграть. Ты не должен ее выиграть, ты должен показать игру. Сейчас по хп просядешь. Она закрыла зубы. Повезло тебе очень сильно. Я не люблю допустить. Если она хотела бы победы, она бы просто... Вот 31500 лайков, друзья. Огромное спасибо за 31к. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Хаймера попросил у Азы, можно тебя пустят против нее Хаймера? Хаймера пустить? Не надо, Хаймер проиграет, я думаю. Не, да, я раз... Бля, если бы я размял, тебе вообще не играл почти сегодня. У меня руки деревянные. Ты же со мной играл, Ну это рейтинг, а это СНС. После рейтинга СНС вообще другая. Молодец. Что там геймер проиграли? О, Кука, Гайдё. Помнишь, Дочка Крыма играла? Тоже. Не надо, фуд уберите, бля. Она там. Моцарт, подожди. Тихо. Бля, нахуй ты с Дигла играешь, блядь, она тебя три раза с Дигла выиграла, с Дигла играешь. Хорош! Ой, бля, ну это было сильно, это было красиво. В таком же стиле играет геймер, так же байт, чё первый. Чё за нетики гильдия, девчонка играет, плачет. Ну это у нас геймер один такой, нетик, бля. Давай, тащи. Давай, геймер, тащи. Правильно, огромное спасибо. Ромке тоже огромное спасибо. Ебать, что за донат пролетел. Только что, ты нормально с вебкой все или все-таки барахлит? Все сделал. А то глупый был. Бля, я не 5-2 ебашил, бля, тут проект выиграть не могу. Да все, давай, соберись. Давай, как я играю? Играю просто на хвост. Блядь, зачем? Пиздец. Запатила. Это когда все четыре удара байт, блядь, стоит, устоит он и ждет. Блядь. Нужно было попробовать отстень как-то. Ну, вот такие вчера заходи. А можешь Марса, слышишь? Давай Марса подойдем. А мне можно? Марс так ебашит. Давайте Марса, я думаю. Бегла с каждого выстрела. Не, Марс, блядь. Давай пока Марс зашел, заходи и ты сыграй даун. Понял, давай заходи даун.
Мне кажется, за нее кто-то играет. Она мне 5-2 проебывала на стриме. Все, блядь, давай, 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 геймер, зайди на тачке. За нее играет кто-то. Как тебе зовут? Акула, за давай. Нее играет, за нее играет, это не она играет. Акула, давай. Бля, Акол, только не поддавайся, брат, хорошо? И сразу Акол, скажи... поддавайся. А, это фейк! Это фейк, дочка, блядь! Чего? В смысле? Такой фейк. Я знаю, кто это. У меня другая дочка играла, блядь. Кто там это? Настоящая была, я точно знаю, блядь. Кто это? Это пранк, забей, блядь. Это какой не она играет. Блядь? Она мне 5-2 проигрывала, блядь, и я помню ее, и там другая гильдия вообще была, блядь. Марс обоссает. Казахстан? Не, я не... Ромка... Азан, это не девочка. Это пацан купил аккаунт, пусть скажет. Лайк говорит, что это девка, но это не так. Да. Пишут в чате. Ну, мы Марса. Нет, Марса ждем. Марса ждем. Никого не упускаем. Какая Марса, блядь, там стиль хочет. Марс ее чпокнет, отвечаю. Он, блядь, детский пошел пока. Подожди, вот посмотри на стриме этот ID сейчас. Это не она, да? Это другая, да? Она аккаунт продала какому-то челу. Да, это не она, это дочка. Я говорю, это пацан играет. Это просим, кто это? Ну, потому что когда она со мной играла, она мне 5-2 проиграла, блядь. Ну какая разница, кто это? Не девочка, это не девочка. Она же не позиционирует себя как девочка. Да, это похрен. Да. Тихо. Подожди, да, блядь. Что вы, блядь, гул, блядь, устроили тут, блядь? Короче, как я понял, эта девушка продала аккаунт, и с этим аккаунтом сейчас играет пацан. Все, мы выяснили, это пацан играет. И он же не сказал, что это девочка, блядь. Пусть играет, в чем проблема? Я говорю. Да вообще похрен, девочка или мальчик. Нет, там лайк, говорю, ты же такой ник, да? Просто ему обидно было бы, чтобы от девочки проиграть. Все, потому что когда дочка играла, она 5-2 проиграла. Все, заебал ты ныть, блядь. Ты нахуй ноешь, блядь, позоришься, блядь. Ты заебал, блядь, геймер на весь стрим, блядь, на 11 тысяч онлайна, блядь, ноешь всю дорогу, блядь. Если проиграл, скажи, проиграл, ну что в этом такого? Где Марс есть? Марс есть? Он стильный. Просит. Может, Марс? Наблюдатель. Стиль еще топ. Мне просто может не лететь, поэтому может проиграть. Я реванш сейчас возьму. Короче, сейчас подожди, это вот уже Вовчик сейчас. Короче, смотрите, пацаны. Бля, подождите секунду. Подождите. Короче, это как его? А как ты не хочешь, да, играть? А Марса нету? Стиль есть, уй. Ну, блядь, стиль сможет ее затащить? В смысле, а еще то. Эти я типа чуть-чуть поиграю к вам тогда, да. А так нет, блядь. Не, пацан реально круто играет, друзья. Блядь, если он выиграет, то мы его возьмем, потому что мне нравится, как он двигается. Он реально круто играет. Его на зарубу можно брать, он просто будет разносить, блядь. Кстати, народу на зарубу вообще нормально. Да, нам на зарубы нужны люди. У нас сейчас вообще проблема, блядь, на зарубы людей нету вообще. У меня, я бы сам тоже участвовал, если бы я, блядь, задротил бы, и вообще у меня работы не было потом, блядь. Иди нахер, блядь, сочмокну, блядь. Вот, блядь. Но вот на тебе хайпануть, Азам. Почему у меня лагает этот картинка у него? Че стиль делает? Блядь, и мать стиль двигается, охуеть, блядь. Летающий, блядь, голландец, блядь. Я же говорю, он... Еще торт, если не... Урон не прошел у него. А, он, блядь, не стреляет. У него урон не прошел. У него два раза урон. А, сейчас. Ема, он стенки стоит. Ема, он летит, блядь. Я тебе говорю, он задрот СНС на этот стиль. Он задротил реально, что ли? Да. Смотри на него. Он всегда задротит этот СНС. Ема, ты что за летучий голландец, блядь? В нашей гильдии, которая пока постоянно задротит этот стиль и гейм. Ой, вот он наебал ее! Или его, блядь. Но он пропустил, блядь. О, я только что сказал, он может пропустить и пропустил. Но это дико, это рандом, блядь. Просто, блядь, ты залетел, не залетел. Блядь. Ишь, блядь. Просто, я тебе говорю, стиль может хорошо двигаться, но у него сегодня может быть не летится. Поэтому... Когда у него летит, я видел на его стримах, когда у него летит, я тебе отвечаю, он прям, блядь, летает и в голову дает. Он не то, что летает, у него прям, ну, он летает, у него хорошая скорость, но у него не летает именно. Все, хватит, не изгласьте, все, молчим, стиль жжет, короче, но все нормально, играть. Полностью солидарен. Да, полностью солидарен, коллега, стиль больше, чем у нас играть, давай стиль.
Давай. Она прокомментирует, комментирует. У нее аккаунт купил. Тихо. По стюлю видно. Ты более аккуратно стал играть. Блядь, чуть не проебал только что. Ну, проебал. Очень много лишнего, блядь, делает. Блядь, если тот человек, тот пиздец, блядь, я узнаю. А кто это, можешь сказать? Ну, сейчас, если он вступит в гильдию, блядь. Ну, хорошо, это нормальный чел, не? Да, он меня заебал. Если это он, то он меня заебал на стриме уже, блядь. Он нормальный чел, не агро, геймер? Не, нормальный чувак, но он меня заебал. Кто? Ну, сейчас скажу, блядь, заебал. Он был в какой-то... А, да. А че, его кикнул, что ли? Не, он ушел. Альхамдулиллях. Это у кого? Кто? Да, блядь, все лайк, какие пить, блядь. Это я знаю, кто. Кто чихнул, блядь? Я чихнул. Он когда начал с дихла отходить и давать хедшот, короче, я сразу понял, что это вам. 32к, гол 32500. Она девушка? Нет, это не девушка, это пацан играет. Он вначале сказал, что это пацан, прямо не прочитали. Да, там пацан, он написал, что он пацан. А, ну все, тогда понятно. Да. Или очень быстро двигает. Блядь, что-то, блядь, двигается хорошо, вот, блядь, что-то по ебальнику плохо дает, блядь. Не летит, я же тебе говорю, можешь хорошо двигаться, но не летит. По ебальнику жесть. Можно плохо двигаться, но ебать. Она байтит. Я бы не против еще. Он же очень сильно, вот эта дочка очень сильно байтит, бля. Пиздец, как байтит, бля. Вот, я сразу понял, кто это играет, он байтит. Ну, надрученный человек, да, умеет хорошо играть. Да. Не, Азам, это не хорошо, блядь, вообще. В смысле, блядь, 4-0 тебя выигрывает, это плохо разве? Какую 4-0, 4-2. 4-2. Ну, блядь, ты, не, 4-1 было, ты одну катку, блядь, выиграл из-за того, что, блядь, это зону выиграл, блядь. А так ты, по идее, проебать. Хорош! Ебать наебал ее. Наебал. Ой, я это, он дал. Это оно, короче, пух. Он сказал, я вступлю в черноту, блядь. Значит, сейчас вступит. А-а-а, это я понял, кто. Кто это? Он тебя на этом, на заебал на ютубе. Его зовут Абу. Его Абу зовут. Это так. Да. Кто? У нас счет с ним, короче, равный был. Кука, помнишь, который чел играл? Кука, который тоже нас чик-чик. Помнишь, которого чела я 4-2 выиграл, а потом он Азам начал, типа, говорить то, что... Он пиздец батит, это вот он и есть, короче. Да, я знаю, что... 4-0 тебя выиграл он? Не, помнишь, он типа игрок под ником жесткий донатил тебе? Бля, не помню, и чё? Типа, говорит, я геймера выиграл, но потом я у него реванш взял, короче, его выиграл. Да. Типа, на, я помню, у этого, у Куки он взял реванш. Да, я думаю, это он. Да. У него фон, а слышишь, геймер, у него фон и аватарка совпадает, которая у него до этого была. Только не помню. Он тебе сказал то, что я вступлю в черноту. Но, блядь, он знаешь, что мне там в ВК писал, потому что, типа, любой чел может идти черноту, типа, чернота тысячная гильдия, что-то такое писал у меня. Ну, любой чел, я бы не сказал бы, потому что вчера... Он сам мне писал, если... Вчера 6 человек, блядь, 6 человек не могли пройти, позавчера еще 5 человек не могли пройти, блядь, не знаю, блядь, за месяц, блядь, из СНС-ки трое только прошли, блядь, даже двое. И он говорит, что это изычно, блядь, пиздец. Изычно это когда каждый стрим проходит, прошлый стрим никто не прошел, блядь, позапрошлый стрим. Изычно, если бы он бы прыгал, выстрел... Может быть, для него это может быть изычно, он имел в виду. Не, он сказал изи, типа, бля, пройти. У меня 2 недели никто не мог пройти. Кукол, он у тебя играл на стриме же. Я помню. А кто против него играл на стриме? Так, он с ПК, да? Да. Против него я это играл. Форбер. Кука, бро. И... Кука, ВК. И я, по-моему, Форбер, я и Уси, по-моему, тоже играл. Стиль. Вот, бля, ну стиль, видишь, он тебя байтит, не поставляется. Он знаешь, как, у него более стиль трэшера похож. Он стреляет и отходит, стреляет, отходит. И когда ты на него бежишь, ты открытый, и в голову получить намного легче. Это такой стиль игры. Ты ставишь стенку, отходишь, ставишь стенку, и он, когда его рашит, да. И ты понимаешь, это, получается, он тебя рашит, он тебя... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тебе всем удачи, и всем пока-пока.